Правительство утвердило список услуг, которые можно будет получить в любом МФЦ, независимо от регистрации гражданина. Об этом пишут РИА Новости. Перечень из 44 государственных услуг определил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Перечень государственных услуг, которые теперь можно получить в любом МФЦ, вошли самые востребованные и важные из них. Предоставляемые полицией, пенсионным фондом, налоговой и таможенной службой, а также Росреестром, Роспотребнадзором, службой социального страхования, судебных приставов и многими другими. Во всех многофункциональных центрах страны их можно будет получить полноценно, вне зависимости от того, где проживает или зарегистрирован гражданин. Инициатива представить жителям больше возможностей и удобств в любом субъекте Российской Федерации. С полным перечнем обязательных услуг можно ознакомиться на сайте правительства страны. Пока в списке только 44 пункта, однако вскоре он пополнится новыми видами деятельности. Напомним, многофункциональные центры в среднем оказывают более 400 услуг. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.